Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор ароматизатора для свечей «Чистый хлопок». Ароматизаторы для свечей изготавливают так же, как и все остальные отдушки на заводе в Германии. Ароматизаторы представляют собой смесь натуральных эфирных масел разного ароматного тона, закрепители, растворители и тому подобных элементов, соединяющих разные запахи эфира в один. Как советуют маркетологи в модных журналах, определенный аромат в косметических препаратах и свечах приводит к увеличению продаж. Ароматизатор для свечей – это созданная в немецких лабораториях смесь ароматов в жирорастворимой фазе. Созданный натуральный запах включает в себя натуральные фирмы масла, которые являются базой для ее производства. Ароматизаторы производятся в Германии, проходят все необходимые проверки и испытания. Свойства ароматизатора для свечей таковы. Ароматизатор для свечей идеально подходит к созданию мыла ручной работы или мыла с нуля. Добавив всего пару-тройку капель, вы получите стойкий аромат от вашего изделия. Используя этот ароматизатор в домашней косметике, вы с легкостью сможете создать любое косметическое средство, где требуется жирная фаза. Концентрация этой отдушки специально создана для свечного дела. Пара капель ароматизатора сделает ваше изделие неповторимым. Для свечей применяются только ароматизаторы для свечей, которые после нагревания передают выбранный аромат по всему дому или офису. Ассортимент ароматизаторов в мыльном магазинчике никого не оставит равнодушными. Каждый сможет подобрать себе что-то особенное на свой вкус. Вот такой бутылочке мы отправляем ароматизатор для свечей «Чистый хлопок» нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!